Глава партии «Действия и солидарность» Майя Санду рассчитывает, что генеральный прокурор придет в парламент и попытается разобраться в скандале с политической миграцией депутатов. Об этом она сообщила в соцсети, напомнив, что ПДС еще несколько лет назад обсуждала возможность утверждения закона, запрещающего политическую миграцию. Но у нас, по словам Майя Санду, даже если закон что-либо запрещает, вовсе не значит, что так будет на практике. Прокуратура требует Софии Демултен парламент. Прокуратура давно уже должна быть в парламенте, опросить свидетелей, которые утверждают, что были денежные предложения, заслушать тех, кто перешли в другую фракцию. Поэтому продолжаю ждать, когда генпрокурор придет в парламент и разберется со скандалом политической миграции. Когда сначала депутаты голосуют за декларацию об осуждении перебежчиков, а спустя неделю появляется новый перебежчик. Майя Санду также добавила, что депутаты должны нести ответственность, как и любой другой гражданин.